Здорово, народ, с вами Варчик. Продолжаем расшатывать нашу великолепную аудиторию. Показываю вам лучший класс техники на экране. Наслаждайтесь. Тема видео следующая. В том, что марафоны, в принципе, себя уже изжили, и желания в них играть нету. Это не тот челлендж, который был раньше, пройти марафон, и ты типа что-то достиг. Сейчас марафон больше напоминает выживание. Сейчас объясню почему. И вы, собственно говоря, и поймете, почему на экране вот это. Итак, во что превратились картошкины марафоны? Это у нас 10 заданий. Задание на усердие, задание на скилл. В принципе, это все понятно и очевидно, но для некоторых, наверное, не очень очевидно. Попадаются такие игроки, которые либо новички, либо очень странные старички. Так вот, чтобы выполнить задание на мастерство, нужно играть на девятках-десятках. Иногда картошка делает только на десятках, но в этот раз были девятки-десятки в марафоне на 122 ТМ. И там ты выполняешь задания в основном, там, войти в топ по опыту среди одной команды, среди обеих, там, по урону, по опыту, и задания вот типа в таком духе. Либо набить сколько-то урона, или получить сколько-то там опыта. Все, больше никаких заданий особо нет. И тут начинается. Танкисты выдумывают. А какой мне класс техники взять, чтобы нагибать, ничего не делать, там опыт шел. И начинают там подсматривать за статистами некоторыми или советы там, как начинают впитывать в себя. И давай играть на том классе техники, на котором никогда не играли, не умеют. И понеслась. Скилла не хватает, рук не хватает, понимания, как на этом играть, тоже. Но, видимо, они там опыт набивают. Очень много опыта, абсолютно играя никак. И во время марафона столько было боев, когда чуть ли не по пол команды с нулем урона, это люди опыт там себе набивают. Еще одни великолепные участники марафона, которые проходят усердием. Да так усердно делают, что там аж усираются. Нужно попасть еще и в топ-10 по опыту. Очень сложно попасть в топ-10 по опыту, когда человек по 5, по 6 с нулем урона. А бои заканчиваются за 2,5 минуты. Это редкость, вот как вы на экране видите, что бой был долгий. Это прямо повезло. И вот люди играют на каких-то там странных классах техники. Либо слабых танках, либо на танках, на которых никогда не играли или не понимают, как играть. Идут на тот уровень, на котором особо не шарят. И начинается вот это вот прохождение марафона. Больше напоминает на какую-то возню в грязюке. Люди, которые на усердие не могут в топ-10 по опыту попасть, и люди, которые проходят на скилл, садятся на неведомые танки, чтобы получить больше опыта там или урона. Сразу больше бабах в рандоме становится, больше ЛТ-шек становится. Никогда на нем не играли, тут сели. Кто-то там на этом набивает опыт и урон, значит, и я буду на этом набивать. И не важно, что я на этом никогда не играл. И ты заходишь в этот рандом, и казалось бы, и скилл есть, и есть и время, и возможность пройти марафон. Только одного не хватает. Желание играть с этими людьми, которые в бою занимаются черт знает чем. И каждый марафон все хуже и хуже. Это уже давно напоминает скорее выживание, чем марафон. Что себя представлял марафон изначально? В моем представлении это у тебя есть промежуток времени, за который ты должен показать скилл, хорошую игру. За счет этого ты проходишь марафон и заслуженно получаешь награду. Что из себя представляет марафон сейчас? Это доходяги и бедолаги, которые нажимают в бой, лишь бы как-нибудь в нем присутствуют, накатывают количество боев, играя черт знает как, получает по чуть-чуть там опыта, иногда попадая в топ-10 по опыту со своими нулями урона. Вот так вот целый день они клацают в бой, не знаю, откуда они берут время именно в марафон играть. Я не знаю, все отпуск берут или что, откуда они вылазят. Никогда не играют, но во время марафона им надо вот зайти марафон проходить. И проходить максимально отвратительно. И сами плохо играют, и людям нормально сыграть не дают. Это просто выживание. Ты заходишь в этот рандом, такое отвратительное содержание игры получается, что это просто невыносимо. И ты так или иначе начинаешь тоже играть не то чтобы хуже,
Не то чтобы не на том, на чем ты можешь или умеешь, если у тебя есть скилл. С меньшим желанием уже начинаешь играть. И тоже начинаешь играть на отлюбись. Лишь бы как-нибудь. Потому что в это не хочется стараться вообще. В этом даже не хочется принимать участие. Потому что это просто мусорка, свалка, не игра. Просто выживание в грязюке какой-то. Тут вообще во время марафона адекватных боев почти не было вообще. Было видно четко, что большинство играет лишь бы как-нибудь отбыть время, просто проклацать весь марафон в бой и свободен. Так игра не делается, мне это не нравится вообще. Принимать участие в марафоне желания нет вообще. И вот эта вот концепция марафонов, она прям максимально уже изжила себя, и она убогая. Но картошка, как обычно, соображает долго, поэтому она это поймет как минимум через пару лет только. А играть в это уже не хочется. Поэтому, когда у меня было время, я на втором мониторе включал там что-нибудь себе интересное посмотреть. А на первом мониторе я просто левой ногой на арточке кнопочку в бой нажимал. Что-то там клацалось. Урончик какой-то набивался, я в топ по опыту попадал. Опыт копился, задания проходились. Старался не обращать внимания, что там в этих боях было, чтобы оно меня не напрягало. Поскольку по-серьезному играть и воспринимать это уже не хочется. Поэтому марафон для меня это что-то уже больше клоунское, чем серьезное. Поэтому когда я играл с большей сосредоточенностью, я брал нормальные танки. Когда я чисто чилил и отдыхал, я брал этот квадратик и нажимал. Нажимал кнопочку в бой и в бою тоже нажимал кнопочку. Все. Очень сложно. Но в арте тоже есть свой подвох. Не вся арта имба, не на всех картах легко на арте показывать результат. Но так или иначе марафон проходится. И все чаще и чаще марафон проходится просиранием времени, а не действительно классной содержательной игрой, насыщенной, интересной, с логикой, где люди стараются показывать скилл, развиваться, где интересно. Очередной марафон показал, что комьюнити не интересно в марафоны играть. Им интересно получить танчик, поиграть на танчике на новом. Им интересно получать награды. Но играть через силу, в набивание каких-то там заданий и циферок, это им не интересно. Комьюнити уже устало. Это очень сильно видно. Но картошка продолжает изматывать свою аудиторию во всех режимах. Что в клановых боях тебе нужно отбатрачить там дней 10, что в марафоне 10 дней ты должен свое время свободное тратить на эти беспонтовые бои. И в остальных режимах тоже ты вечно накатываешь бои, чтобы что-то там получить. И эта концепция уже порядком надоела. Да и в таком качестве геймплея накатывать бои нет желания вообще. Самое смешное, что в этом марафоне все не впопад. Даже танк, который можно скиллом реализовать в награду, которая дается 122 ТМ, даже он не впопад своим геймплеем. Он не подходит под рандом, поэтому он очень слабо фармит серебро. Настолько слабо, что вы удивитесь, что скорее всего вы без прем-аккаунта, если его у вас нет, и без резервов, вы не будете на нем даже в плюс толком уходить. Поэтому этот танк, он еще и почти никому не нужен. Мало того, что его трудно реализовать, так он еще и за это ничего тебе в ответ не даст. В этом марафоне все не впопад. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.